Всем доброго времени суток, вы на канале Hard Reset Info. Это телефон ZTE Axon 7, и сейчас вам покажу, как можно сделать скриншот на данном устройстве. Прежде всего, вы можете сделать это обычным способом, зажав вместе клавишу питания и клавишу громкости вниз. Скриншот делается, вы можете его обрезать, можете что-то дорисовать, вот таким вот образом, и сохранить. После этого скриншот будет отправлен в галерею. Если вы хотите делать скриншот жестами, заходите в настройки, переходите в настройки управления, выбирайте управление жестами и включайте опцию «Снимок экрана». После этого вы сможете также сделать скриншот вот таким вот нехитрым образом. Скриншот сделан. Тоже можно его обрезать, например, вот так. Окей. И теперь переходим в галерею, чтобы найти наш скриншот. Вот, как видите, все скриншоты у нас здесь есть. И на этом все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до скорых встреч. Пока.